Здравствуйте, друзья. Нашла я как раз-таки возможность, как вас корректировать так, чтобы еще слышали другие люди. Я надеюсь, что получится. Сейчас буду проигрывать некоторые три. Я выбрала три стихотворения. И я надеюсь, что вы будете слышать. В любом случае, запись я сохраню и в прямом эфире здесь. И я сейчас делаю еще отдельную запись на компьютер. Будем слушать людей, которые отправили стихотворение, и я буду давать комментарии, останавливать их. Не буду называть имен, и прошу, если вы узнали себя, ни в коем случае не расстраивайтесь. Я сейчас буду делать акцент буквально на каждую деталь. Чем больше моментов я замечу, тем и больше моментов прокомментирую, тем будет понятнее людям, и вам в том числе, с чем дальше работать и что улучшать. То есть вот это очень важно. Второй момент, что мы сейчас стремимся прям к идеальному чтению, и его очень трудно достичь. Но непонятно мне, потому что я вас не видела лично, какой из моментов вам будет легче исправить. То есть я исправлю, например, вам 30 каких-то определенных таких вот недочетов. Вы, чем больше я покажу вам, тем больше у вас будет шансов. 15 из них вы исправите с легкостью, над остальными 15 вам будет еще попозже над чем работать. То есть ни в коем случае не воспринимайте это как критику, это моменты до совершенства, которые нужно проработать. Онива, давайте послушаем. Первая девушка максимально громко попыталась сделать и буду исправлять. Сначала несколько вот прям секунд послушаем ее вообще, в целом, чтобы у вас ощущение возникло от того, как она читает, а потом уже буду на моменты определенно обращать внимание. Слышно вам? Скажите, пожалуйста, еще раз подключу ее. Тихо прямо она читает. Au vase de tristesse, au grande taciturne, et aime d'autant plus belle que tu me fuis. Et que tu me parais ornement de mes nuits, plus ironiquement d'accumuler les lieux qui séparent. Что хочется сказать? Слышно, здорово, я рада. На видео еще, которое с компьютера делаю, будет намного лучше слышно. Так вот, хорошая интонация. Чувствуется, что человек прочувствовал стихотворение. И вот эмоция, все передано. Но очень зажатый рот. И вот когда я говорю про оппозиции, то здесь их мало, этих оппозиций. Это раз. И четкость, конечно, вот за счет того, что скорость большая, четкость страдает. Ну, давайте начнем с самой первой строчки. Я буду обращать на конкретные моменты внимания. Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne. Voilà. Je t'adore à l'égal de la... Очень быстро. Нужно прям открыть рот. Открытое О нужно показать. Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne. Вот, то есть все очень зажато. Я надеюсь, вот вам слышно, что тоже зажато. Вот те, кто будет смотреть также видео, проанализируйте. Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne. Нельзя вот это все вот так вот сжать. Шарль Бодлер. Шарль Бодлер. Французские имена, вы посмотрите, как по телевизору они говорят. Шарль Бодлер. Мы открываем рот. Все должно быть четко, красиво. Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne. Валя, то есть тут вот я слышу, что перепадок тонуса, это может быть сделано с точки зрения экспрессивности, но экспрессивность здесь здорово, да, но мы же сейчас на поэтическом конкурсе, фонетическом конкурсе также, то есть здесь важна фонетика и тенденция к тому, что конец слов оглушается. Давайте еще раз момент послушаем. Услышите, что конец слов оглушается. Это не по-французски, это по-русски. Ноктюрн. Нет вот этого... Вот здесь пропал звук. О, вас, это тристес. О, и дальше даже я не могу расслышать. Вот я не могу... Я стихотворение это наизусть не помню, я даже не могу понять, что это за слово. И, во-вторых, о, в французском я, когда мы еще это стихотворение разбирали, я говорила, что о, это глубоко. О, это нужно прям удивиться этому. О, гранде таситюр. О, гранде... Смотрю я на девушку, вам не буду ее показывать. Рот закрыт. О, grande. Вот надо прям рот открыть. Grande. Это d'autant plus. И вот тут d'autant plus. Если вы делаете носовые
еще раз посмотрите, пожалуйста, он говорил уже про то, что у нас есть вебинар про носовые. Есть риск того, что звук будет забитый. Да, да, это свобода, нужно открыть рот. Все носовые звуки, на них, наоборот, нужно больше дышать. Чтобы, вот если вдруг возникает какая-то гнусавость, значит, вы что-то делаете неправильно. Рот должен быть широко открыт, язык, корень языка должен быть опущен. То есть, по идее, у вас, наоборот, больше места. Да, 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 вот так прям все свободно. Дальше. Que tu me fuis. Que tu me fuis. Все было, вот я на девушку опять же смотрю, и вы это услышите тоже, сейчас еще раз прокручу. Все было с одной и той же артикуляцией выполнено. Вот приготовилась она, que tu me fuis. Вот эти, получается, ü, ö, ü. Не было вот этого ü, ö, ü. Все с одной интонацией произнесено и с одной открытостью рта. Послушайте. Be. Que tu me fuis. Вот, то есть слишком закрытый рот, и на мё, мё не было. Некоторые не понимают, что такое оппозиция. То есть это когда два звука очень разную форму имеют. И красота французского языка именно в том, наверное, и заключается, что француз может с открытого широко рта сразу перейти на очень маленький вот такой округленный рот. И получается que tu me fuis. Вот он прям открыл, закрыл, открыл, закрыл. И вот этого здесь нет. Еще раз послушаем. Que, надо que tu me parais. То есть нам кажется, ну что, que, это совершенно разные вещи. Если там звук э, его нужно произнести как э. Если даже вот мне кто-то бы сказал que, я бы его совершенно прописала по-другому. Я бы, наверное, сделала que, ü, апостроф и глагол это еще дальше написала. Que, и дальше там еще что-нибудь продолжила. То есть это действительно очень важно. И когда мы делаем упражнения на слоги, это не просто так, что вот как раз-таки где открытые звуки, округленные звуки, вы все это на уровне тела губ запомнили. Дальше. Minuit тоже, девушка уже приготовилась на nuit, и mi тоже округлила, хотя это было mi, nuit, mi, nuit. Это очень важно. Вот тут qui sépare, все было очень сжато. Нужно было qui sépare. Вот эта и красота есть, когда есть размах такой, когда рот работает. Да? Qui sépare. И так далее. Je m'avance à l'attaque. Вот тут je было нечетко, было похоже на je. Еще раз послушаем. Je m'avance. Je m'avance à l'attaque. Слышите? Je m'avance à l'attaque. То есть шумно. Чтобы шума не было, значит, вы должны делать скороговорки, значит, вы работаете с карандашом, с пробкой. Во французском у меня, в принципе, нет проблем с дикцией. В русском есть, если вы можете сравнить. Вот. Я всегда, перед тем, как я читаю статьи, перед тем, как я вот выхожу в прямой эфир в марафон, я делаю упражнения с пробкой, с карандашом. Я несколько раз одно и то же с пробкой прочту, потом с карандашом, потом без. То есть и по слогам. Вот дикция — это не просто так. Это все равно, что вы один раз не можете накачать пресс и потом сидеть и ничего не делать. Как бы вы хорошо один раз не поработали над вообще своей дикцией, если вы встали утром и у вас вообще не было возможности ни поговорить, ни размяться, ничего, вы будете говорить не так хорошо, как если бы вы делали эти упражнения. Эти упражнения нужно делать каждый день, в любом случае, даже если вы очень красиво говорите. On y va ensuite. Et je grimpe comme... Здесь не поняла, что. Если я вот не знаю текста, я не поняла, что тут было сказано. Давайте еще раз послушаем. Это все из-за того, что экспрессивности было больше внимания уделено. C'est l'attaque. Et je grimpe à ce comme après un cadavre. Вот этот кусочек я не поняла, честно, вообще. Cœur de vermisseau. Vermisseau. Не зря я, то есть то, что вообще все должны быть слоги правильно прочитаны, это да, но еще я когда делаю комментарии по каждому стихотворению, вы можете их найти, если вы вдруг их не видели, все в Ютубе. Так вот, я там говорю о открытое, о закрытое. Обращайте на это внимание. Как раз таки люди, которые будут участвовать, которых мы отберем на вот, финальный лист, которые будут участвовать уже
чтобы выиграть призы, это те люди, которые уделили внимание этим позициям. Мы не просто так про них говорим. Любой человек мог бы до этого даже стихотворение прочесть по-французски и, в принципе, окей, экспрессивно и так далее. Нет, с точки зрения фонетики. То есть «вермисо». Где это «о» закрыто? Здесь его нет. «Et je chérie, ô bête implacable et cruelle». Ну, тут было «impeccable». Вот, то есть ошибок не должно быть все-таки. «Это froideur par où?» «Froideur». Покажите амплитуды, пожалуйста, когда вы будете читать стихотворение. «Tu m'es plus belle». «Tu m'es plus belle», и опять было быстро. То есть, говорю, впечатление общее, хорошее, но с точки зрения фонетики, а это все-таки мы на фонетике сейчас работаем, мне хотелось бы большего. Но я, опять же, моя задача сейчас придираться, потому что я вот говорю об этом, и я надеюсь, что другие послушают, скажут, я теперь вообще 10 раз лучше поработаю и сделаю. Тем более, что вот я сейчас первое стихотворение рассматриваю, еще есть возможности две как минимум прочитать и показать, что вы с фонетической точки зрения работали на стихотворении. Не просто так, а с фонетической точки зрения. Покажите все моменты, про которые я говорила в разборе. Следующая, вторая девушка. Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne de Charles Baudelaire. Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne. Ô vase de tristesse, ô grande taciturne, et t'aime d'autant plus belle. Немножко вам дала послушать. Это исполнение мне нравится качественно больше. Интонации здесь хорошие. Для того, чтобы улучшить, здесь все равно моменты есть, которые исправлять, опять же, если бы я услышала это где-то, я бы хвалила и не закончила бы хвалить. Сейчас мне нужно исправить моменты, это очень хорошее чтение, но есть моменты, где оппозиции все равно не очень хорошо соблюдены. Например, вот в названии даже автор произнесен «Baudelaire», «лер» не очень хорошо открыт рот. Давайте послушаем, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Сразу несколько ошибок исправлю. Не ошибок, а таких вот недочетов. Baudelaire, нужно шире открыть рот. Вуд и вообще все, где у, нужно произнести вот немножко поглубже. Вуд. И там были з на конце, они оглушены. Нужно прям ваз, з. Так вот, послушаем прям первые строчки. Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne. Видите, вуд, оно тут. А оно должно быть de la voûte nocturne. Еще раз послушаем. Обратите внимание на у. Она не должна быть здесь, она должна быть поглубже. À l'égal de la voûte nocturne de Charles Baudelaire. И вот Baudelaire, девушка даже закрытым ртом принесла Baudelaire. Но Baudelaire. И сейчас послушайте на тот момент, где она оглушила «з». «Je t'adore à l'égal». И «je t'adore» тоже это «о» открытое, мы это проходили, когда стихотворение прорабатывалось. «De la voûte nocturne, au vase de tristesse». Видите, «vase» должно быть, а тут нет, звук вообще немножко съеден. «Au vase de tristesse». «Vase de tristesse». Только что был у нас эфир, когда я говорила о том, что конец слов, наоборот, более такой подчеркнутый. В двух предыдущих эфирах про стихотворение я на это внимание обращала, здесь это было очень важно, потому что здесь были «ж» такие вот. Так что посмотрите третий эфир, если вдруг не видели. Дальше. «Au grand taciturne, et t'es...» И вот здорово, но я бы немножко выше интонацию «taciturne» и тянула посильней. Если вот девушка будет тянуть сильнее и вытягивать вверх вообще всю интонацию, то будет больше французского стихотворения. Уже оно не по-русски звучит, но какие-то такие моменты остаются. То есть если четче произносить концы, если вытягивать вверх интонацию и вот слоги вытягивать, немножко удлинять их, то будет еще более по-французски звучать. Emma, d'autant plus belle. А здесь рубила. D'autant plus belle. D'autant plus belle. То есть немножко протяните, если сложно какие-то моменты, вы их, наоборот, растяните, получите удовольствие медленно. Но. Que tu me fuis, que tu me parais. Que tu me fuis, тоже оппозиции плохие. Que, четче. Не, слышно, что это que, но еще нужно шире не бояться открыть рот.
Орнемент де менюи. Орнемент. Посмотрите, здесь не очень четко. Ор открытое, немент. Получается, о открытое, э и дальше носовой а. И это немножко все смазано. Орнемент де менюи. Мант. И мант там н произнесено в конце, хотя это должно быть носовое, абсолютно чистое. Орнемент. Чтобы вот это н не появлялось у вас, вам не нужно закрывать рот. У нас есть тенденция такая, закрыть рот. Нет, оставьте его открытым. Орнемент. И все. Дальше. Плюзироникмент. Плюзироникмент. Вот это о, второй слог в слове, съехало. Послушайте, увидите это. Плюзироникмент аккумулер les liens qui séparent membres. Тут можно было сделать паузу. Qui sépare. Красиво. Вы должны очень четко читать. Не роботом, но вот именно вот эти интонации выстраивать и медленно растягивая всю фразу. Des immensités bleues. Des immensités. Тут на «ы» похоже было немножко. Des immensités bleues. Слышите это? Des immensités bleues, а здесь не очень четко было. Qui sépare membres des immensités bleues. Видите, как-то вот этого ощущения, что что-то было так прожевано, не должно создаваться. Je m'avance à l'attaque. Et je grimpe aux assauts, comme après un cadavre, un cœur de vermisseau. Cœur, я бы еще более открытым сделала. Cœur, вытянула бы его. Et je chéris, ô bête, implacable et cruelle. Тут уже как-то как по роботу началось, вот, то есть нужно попроще, посвободнее. Jusqu'à cette fois d'or, par où tu m'es plus belle. Voilà, то есть ощущение такое, что нет вот этой плавности. Когда будет очень хорошо прочитано, я придираюсь. Я придираюсь, это моя задача, это моя работа. Мне сейчас нужно придираться. Но я бы, когда сама себя записала, вдруг бы, ну, как в другом языке, я, если задача есть, чтобы было плавно, я бы попыталась отстраниться от того, что я слышу, как от себя, и именно вот на этот аспект обращала бы внимание, что плавно или не плавно. И давайте посмотрим третью девушку и тоже прокомментирую. Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne, Charles Baudelaire. Тут в названии Baudelaire мне хочется, чтобы было немножко больше открытого о. Baudelaire. Baudelaire. Видите, тут даже на у похоже. Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne, Charles Baudelaire. Видите, Бодлер. Кажется, что, ну, Бодлер. Нет, это не Бодлер. Француз даже может не узнать, что это был Бодлер. Так для него каждый слог важен. Дальше. Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne. O vase de tristesse. О, здесь была не закрытая. Послушайте, должно быть о. Вот так должно быть. Vase de tristesse. O vase de tristesse. O grande taciturne. Et t'aime d'autant plus belle que tu me fuis, que tu me parais ornement de minuit. Все было хорошо, не к чему придираться, кроме опять слова ornement. То есть все, нет вообще недостатка в произношении, есть недостаток во внимательности и в аккуратности, потому что русскому языку это не свойственно. Вот человек хороший акцент, хорошо читает, но не привык, что вот все нужно за каждым моментом следить. Чтобы вот это пришло к вам, вам нужно больше слушать французов и обращать внимание именно на эти моменты. Они очень аккуратно говорят. Я не ориентируюсь на французов, которые плохо говорят. Мне, точно так же, как не нужно ориентироваться на тех людей, которые по-русски плохо говорят. Вы скажете, ну вот я слышал француза, который шепелявил или еще что-то делал. Ну и русских таких полно. Мы ориентируемся на тех людей, чья речь нам нравится. То есть смотрите тех людей на передачи какие-то или по телевидению, которые работают над своей речью. Ну и, в принципе, даже интервью вы будете брать, смотреть интервью, у которых людей взяли, они в основном тоже хорошо говорят. Так что здесь слово «ornement» было произнесено небрежно. То есть, опять же, в предыдущем было то же самое. «О» открытое, «ornement», и потом носовой «а». Послушаем. Видите, это вообще орнамент было произнесено. Так не должно быть. Аккумуле, вот здесь было «ю». То есть
нужно обращать внимание на каждый момент. Я бы вам порекомендовала прям много-много раз прочитать по слогам и потом только переходить к более такому поэтичному чтению, чтобы вот этих вот сглаживаний звуков не было. Послушайте в слове «accumulé», как был произнесен звук «ю». Видите, «accumulé». И вот слышите, не слышите, потом увидите видео, а «accumulé» — это должно быть действительно «ю». Каждый раз тоже, если вы видите за собой, что у вас с «ю» проблемы, и вы ее произносите как «у», значит, вы стихотворение свое прослушиваете, уже финальную версию, на этот момент тоже ее просматриваете. Если вдруг не получается, произносите «и», а потом вытягиваете в трубочку. «И-ю», «accumulé», да, «accumulé». Дальше. Тут было быстро произнесено «qui sépare mes bras». Нужно мне больше амплитуды. Открытый, закрытый рот. Это значит «qui sépare mes bras». Вот это вот должно быть, что, чтобы я увидела, что вы поработали над этим. «Zimansique bleu». Je m'avance à l'attaque et je grimpe aux assauts. Было не grimpe, а было grimpe. Глагол grimper. Et je grimpe aux assauts. Voilà. То есть носовой а, носовой э. Это значительная такая вот ошибка. Comme après un cadavre, un cœur de vermisseau. Vermisseau нужно было еще более закрытым сделать. Je chéris. О, bête implacable et cruel. Cruel. Опять U съехала на U. Cruel. Внимание на это часто бывает. Jusqu'à cette froideur. Я бы вообще любой слог с А это очень широкий рот, потому что это самый открытый звук. То есть froideur прям нужно все свои возможности, все свои зубы показать, произнося это. И вуаля. Посмотрела три стихотворения и с вами разобрала. Чуть попозже, если найду еще какие-то такие показательные случаи, еще разберу. И завтра тоже буду разбирать. Это первое стихотворение. Завтра, если... Просто у нас, наверное, уже вариантов 25 собралось. Вот первое и второе стихотворение я посмотрю. Может быть, возьму второе уже стихотворение с другими ребятами. Если будут какие-то вопросы, пишите и задавайте их. Все видео уже есть у нас на канале YouTube, и, в принципе, мы их публикуем в Facebook и ВКонтакте тоже. Так что, au revoir!